Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Fallout 4. Ну что ж, мы прибыли в город, в поселение Diamond City, который располагается на большом бейсбольном стадионе Бостона. Вот так вот. Здесь находится куча всяких торговцев. К примеру, вот. Hey, вот ты, Gavr, к примеру, мясо продает. Там здесь парикмахерская, это доктор, бар, еще какие-то вот торговцы, пицца, что-то там. Еще торговец чем-то. Оружейник, к примеру. И так далее. You know, a shotgun's great insurance against raiders, but I got a lot of options here. Ладно, давайте перед тем, как мы пойдем воевать, я хочу купить у нее следующее. Такое, как боеприпасы для дробовика. Да, знаю, слишком много придется отдавать. Но они нам пригодятся. И это также хочу взять ядерный блок. Для нашей силовой брони. Япона, мать, мы не можем купить сразу этих. Так, стоп, отмена, что я не то. Arturo, you need protection. Everyone does. Да, нам нужна защита, давайте have. Посмотрим, что у тебя вообще есть. К примеру, давайте еще раз посмотрим. К примеру, вот боеприпасы. Точно забираем патроны для дробовика. Ядерная батарея стоит, ядерный блок стоит 550. Ладно, окей. Так, нет, ядерный блок мы пока брать не будем. Потом как-нибудь. Мы же уже как бы поняли, что его здесь можно купить. Вот он стоит. 4 ядерных блока, которые можно выкупить. По оружию у нас тут все пока ничего нету интересного, да? Вообще ничего. Так что все, принимаем. Стойте, зачем нам 4 пистолета? Давайте 2 продадим. Все, окей. Так, ладно, посмотрим, что еще есть. Что еще можно выкинуть. Остальное особо пока сейчас не выкинешь. Так что пока отмена принимаем. И все. Так, а теперь давайте посмотрим, что можем сделать, примерно с оружием. К примеру, под пистоль. Главное наше условие — это повышение урона. Улучшенный реверсир. Вот самый лучший урон получается 31. Ну да ладно. Так, что, какой из может быть? Такие вот, окей. We got small arms, long arms, ammunition. Так, здесь что у нас? Реверсир может стоять. Вот такой вот. Ну все это нужно фанатик оружия получать. Без него ни хрена не получится. Ладно, окей, что еще? Don't be caught dead. Заточенный ломик. From Commonwealth weaponry. Maybe I should just go. Нужен кузнец. It might be better than going to sleep every night wondering if I'm gonna be there when I wake up. Урон 29.
А, у нас и так вот это вот лезвие, вот нормальное, вот без, да? Так, значит, не требуется. Так, здесь у нас... 59 урон, да? Так, ну блин, скорострельность у всех у них страдает. Вот здесь более-менее стандартный реверсир. Вот, хорошее это вот будет. Ладно, посмотрим. Так, дробовик у нас уже с собой. Тяжелый реверсир. Честно, это тяжелый реверсир, правильно? Максимальный урон, который можно поставить, это... Вот это тут, чтобы 42 урона наносилось. Также не надо, не надо забывать, что мы можем еще патроны менять. Так что, ну, блин, тут все сложно. Так, давайте. Вот что нам нужно сделать, чтобы вот такой вот приклад сделать. Нужно второй уровень фанатика оружия. Ну ладно, вот мы цель нашли уже. Ради чего мы будем все это делать? Так, как далеко до следующего, до 12 уровня? Это первое. Второе, где находится сам фанатик оружия? Стойка, коллекционер клюшек. Ванс. Свинцовое брюхо, жена-убийца, медик, командос. Халявщик. Вот он, оружейник. Находится здесь. Всего лишь 4 уровня. Ладно, окей. Так, а фанатик оружия, стреляйте и убивайте, получив доступ к модификациям огнестрела и базового и первого уровня. Так, ладно, посмотрим. Так, ладно, с оружием мы тут более-менее разобрались. Все, можно идти. Осмотреть музей ведьм Салема. Давайте вот, пока мы тут не ушли, тут там, отсюда. И дойдем до сюда, сюжет века. Посмотрим, добраться до офиса Пайпер. Давайте. Заработаем пока халявный опыт. Нам опыт халявный всегда не помешает. Он всегда в цене остается. Так что давайте, покажите. О, здорово. Ну, компас. Почему ты меня так называешь? I want an interview. Your life story in print. I think it's time Diamond City had a little outside perspective on the Commonwealth. You do that, and I'll tell you what. I'll come with you. Watch your back while you get used to the world above ground. Я пойду с тобой, пока ты не привыкнешь. What kind of interview? А что будет за интервью? Who you are, get your opinion on life out there, and maybe load up a few tough questions and keep it interesting. Ну давай, чё ж там, давай, дать интервью. Right, ладно, давай, договорились. Переходим к делу. So, I know you're from a vault. How would you describe your time on the inside? Какая разница, нас заморозили, всё в порядке вещей. Нет, не надо говорить, что нас заморозили. Normal. Nothing out of the ordinary. Normalcy is a bit of a relative concept in the Commonwealth, but okay, I can work with that. So, you've seen the Commonwealth, Diamond City. How does it compare to your old life?
А ты как думаешь, отстой? Чувствую прилив сил, веселюсь, взрывая все вокруг. Honestly, seeing everyone surviving out here, rebuilding the world, it gives me hope. That's surprisingly inspired, Blue. We're definitely quoting that. Now, так, ладно, давай. А теперь важный вопрос. Кого ты ищешь? You came all this way looking for someone. Who is it? Какая разница? Никого. Член семьи Шон. Шон. My son, Sean, was kidnapped. He's not even a year old. The parent after the missing child. As heartbreaking today as it ever was. Tell me. Скажи, ты подозреваешь институт? Институт? Не знаю, вовсе нет, не знаю. Возможно. Не знаю. I don't know. No one ever does. That's what makes them so scary. For the last part of our interview, I'd like to do something different. I want you to make a statement to Diamond City directly. The threat of kidnapping is all but ignored in the Commonwealth. Everyone wants to pretend it just doesn't happen. What would you say to someone out there who's lost a loved one but might be too scared or too numb to the world to look for them? Люди закрывают глаза на похищение. Найдите виновных, не теряйте надежды, не загадывайте на будущее. Ну, давайте. Find who's responsible and make them pay. И разберитесь с ними. Simple as that. I'll take anger over apathy any day. Good quote. Все, спасибо. Thanks, Blue. That's everything. На этом все. Мне понадобится время на то, чтобы обработать материал. Но получится круто. Anyway. Ладно, окей. I agreed to come with you, right? Watch your back. Just say the word when you're ready. I can't wait to see where the story goes next. Все, спасибо, сюжет века готово. И теперь мы можем идти дальше. Из этой типографии. Бильярдный шар, арбузи. Нет, мы воровать не будем, так что тупо пойдем. Шпилька. Слушай, ты же не будешь говорить, что что-нибудь плохое, если возьму шпильку вашу. Нет, не будешь? Ну ладно, окей. Все, пойдемте. Шпильку мы взяли. Пригодится где-нибудь. Так, ладно, идем дальше. Так, где еще можно теплица Грипто поговорить с жителями? Штурм форта, замка точнее, да, крепость. Станция Оберлин, огневая поддержка, жемчужина сотрудница, добраться до детективного агентства Валентайна. О, давайте вот разные лучше сделаем. You won't believe what's in the next issue. Just you wait. Надеюсь, что не знаю. Так, давайте посмотрим. Отдать Шеффилду ядерколу. Но там сказали, что ему нельзя эту ядерколу давать. Поговорить с доком Крокером, начать реконструкцию лица. Окей, идем туда вот. Поговорим с ним. Надеюсь, идти недалеко. Подвал больницы, открыт средний. Это есть та самая дверь, да? Центр мегахирургии. Все, пошли. Нужно как можно больше опыта набрать. О, здравствуйте, тут в подвальчике своем. Strong, but not perfect. For a nominal fee, Doc Crocker. Так, ладно, за скромную сумму Док Крокер сможет выглядеть не хуже, чем кто-то там. Так, что может быть, мне это неинтересно, изменить внешность. Давайте попробуем, да ладно. Присаживайся, начнем. Сесть. Так, ладно, давайте, нам нужно просто поговорить. Я не хотел, я думал, мы будем платить крышкой только за
будем платить крышки только за то, что вот мы сделали уже после. Они так сразу отдали крышку, это предоплату, так сказать, внесли. Ну давай, я хочу просто поговорить с тобой. Что тебе тут есть? Емкость с жидким азотом. Может быть. Я подумаю. Так, в целом поговорили с ним, да? Инфо разное. Посмотреть музей ведьм Сальма. Все, идем наверх уже. Посмотреть музей ведьм. Интересно, что это же за место? В школе Diamond City бесплатно учатся дети всех жителей города, независимо от их социального происхождения. Понятно? Давайте что-нибудь новенькое уже. Покажите. Ну, давайте, загружайте уже. Что там вы ждете? Чего вы там? Так. Надоело таскать бесполезный хлам, загружать его в хламотрон и стрелять в ничего не подозревающих врагов. Жизнь напрасна, если вы еще никого не убили плюшевым мишкой. Интересно, а где этот хламотрон? Так, ладно, все, пошли в музей. Надеюсь, недалеко идти. Неужели на там вот? Ну-ка покажите мне вот, где это находится вообще. Япона, мать, вы че где? Так, подожди, я что-то не понял, что-то зависло. О, наконец-то. Дюпона, мать, ни хрена себе вы заставляете меня тут куда-то идти. Вот я думал, это где-то здесь находится, а вы мне куда-то вообще в пипец отправляете. Нет уж, спасибо. Дайте что-нибудь другое задание. Поговорить с Эбботом Устиной лучше. Это отмена пока. Идти вообще в далекое, вообще куда-то. Так далеко мы даже не дойдем даже. Так, нам дальше куда-то нужно, да? У стены. Гражданин 3, гражданин 1. Ни хрена себе у вас тут как. Так, ладно, мы почти дошли. Огород большой, да? Ну, здравствуйте. Don't touch the paint. Не трогай краску. Ну и ладно. Whatever. Whatever. You don't know what this is, do you? This is the wall. Давай, что ж там? Поговорим. Thinking you need a little education. Maybe a bit of community service. What do you say? Давайте поработаем, да? Что нужно? What do you need done? You see this paint I'm using? Ее можно достать только в одном месте. В Космаге, в разрушенном магазине к западу отсюда. Ну да. What can you tell me about Hardware Town? Raiders moved in a ways back. Security says they can't handle them. That's why I'm running low.
No? You still up for it? Ну, выручу. Постараюсь. Much obliged. Так, окей. Дадите хозяйственном магазине краску. Так, окей. Осмотреть музей Вейна, дать Шеффилду ядерколу, не то. Осмотреть зону боевых действий. А где эта зона боевых действий, скажите мне? Она тоже находится далеко, далеко. Так, понятно. Найти в хозяйственном магазине краску. Так, ладно, давайте вот это вот и сделаем. А вот это пока отменить. Так, как далеко идти-то? Все, окей, окей. Security. Быстрое сохранение проведем и отправляемся. Так, ладно, все, пошли. Сонда с жаворонок повышает силу и выносливость. Светлое время суток. Понятно. Да, посмотрим. Если мы находимся на свету. Боевая броня защищает как от энергетического, так и баллистического урона. Тоже окей, хорошо, допустим. Что-нибудь еще интересного покажете? Плазменные ружья, пистолеты наносят даже больше энергетический урон, чем лазерные, и могут превратить цель в лужицу слизи. Ладно, окей, тоже, допустим, хорошо. Ну, где вы там уже? Долго грузите. Битва за Анкоридж. Интересно, битва за Анкоридж когда была? Модель силовой брони X-01 была разработана специалистами армии Пиндостана и использовалась в уцелевших боевых частях после Великой войны. Да блин, там когда уже там загрузите уже? Грузите долго слишком. Наконец-то. Ну, все, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим, что у нас по вот здесь, вот по этому. Предметы. Пускай на один будет. Так, ты. На двоечку. Ты на троечку. Так, дальше. Короткий охотничий карабин. Пускай будет на четверочку. Ты на пятерочку. И ты на шестерочку. Все, отлично, давайте проверим. Наша старая винтовка. Тоже все хорошо.
Надеюсь, она нам послужит хорошо уже. Пятерка наша, дробовик. И винтовка снайперская. С хорошим уроном. Ладно, пошли. Взяли вот это. Так, что это нахуй трясется? Здесь ни хрена нету. Так, ладно, пошли лучше, сестра, быстрей. Город слишком опасный, чтобы это здесь вот так вот находиться. А? Кто там? Быстрое сохранение и пошли дальше. Чё уж там происходит-то? Забраться не можем. Опа. Обнаружено хозмаг. Хозяйственный магазин. Hey there. Здравствуй. Так, ладно, не хочешь здороваться. Быстрое сохранение и идем. Внутрь. Нам. Давай, давай, идем. Надеюсь, ты меня не подставишь. Где-нибудь. Вот только перед тем, как пойти, мы собираем все вот. Рано тут торопиться. Штанга, к примеру, возьмем. Подожди, а откуда у нас так много вещей-то? Помощь разная, хлам. 225. 3 свинца. А нахрена мы взяли все это? Собака, ты где? Здравствуй. Да подойди ко мне уже. Эй. Hey. Стой, стой, стой. Обмен. Нужно скинуть тебе вот этот вот хлам этот. Вот так вот сразу облег. Сразу стало легче, да? Ну и патроны еще нужно выкинуть. Ненужные. Блин, вот все прекрасно было бы, если не низкий урон. О, перезарядка. Перепутал слова. Так. Кто тут все говорит, а? Рейдер. О, здравствуйте. Здравствуйте, люди. Все, здравствуйте. На тебе с первого выстрела. Идет второй сейчас. Да и понял, мат, ни хрена себе. Да ни хрена себе, мы тут умираем тут. Засаду какую-то привели к тут. С поселенцем этим. Ну ладно. Мы теперь прекрасно понимаем, откуда они выйдут. Так что давайте сейчас испытаем вот это вот. Ну а где ты? Выйди, давай. Не бойся. Да чё вы там боитесь-то? Давайте. Ни хрена себе. О, выстрелили наконец-то. Да и понял, мат, нужно с близкого расстояния стрелять. Знаете. Все, подходим.
Да и понял, мать, ни хрена себе тут нас тут раскидывают. Нужно что-то скорострельное найти. И с нормальным уроном. У этого урон может быть теперь и хороший. Знаете. Так, ближе подходи. Ну а давайте рейдера отстреливаем голову. Знаете, все, первый выстрел сделали. И сразу уходим. Хотя нет. Да и понамас, ты можешь стрелять нормально. Да, вот проблема появилась. Оружие, конечно, мне нравится и очень даже хорошо. Ну блин. А мы можем давайте посмотрим, что вот это сможет сделать. Ни хрена себе, скрытая атака. Так, давайте быстро сохранение. Вот сюда вот. Позмак. Да япон, ну, давай уже. Так, ладно, давайте, ни хрена себе тут его порубили. Так, давайте еще раз так попробуем. Да? Нихрена себе. Да и понял, мать, ни хрена себе тут нас разрубают. С проблемой с такой. Да, в курсе я нахрен, что превращает нас в это. Иди отсюда. Знаете. Не, вообще, рубит и хорошо. Хорошо это рубит. Рубит даже очень прекрасно. Вот что еще может так рубить? Знаете. Все, отошли. Знаете. Ну, забегай нахрен и руби их нахрен. Так, давайте, быстрее. Первый. Да и ни хрена себе вот им взяли это. Не, топор реально рубит хорошо. Он вот реально вот может убивать. Да и фоном матч. Так, а с другой стороны мы не сможем обойти, да? Так, где-то вот так вот надо делать. Подбегать. Надо еще один выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. Вот так вот. Первую проблему мы решили. Подбегаем ко второму. Ни хрена себе тут. Да и понял, мат, нет, с близкого расстояния так много врагов, там беда происходит. Нужно как-то другую тактику делать. Одного мы, правда, убрали, но, блин, это всего лишь один. Нате, один выстрел. Да, блин, иногда мышка что-то вот начинает уже что-то это... И нажиматься что-то. Проблема, выключит что-то. От проблем. Ну а давай, подходи ближе.
Пикабу! Нет, так не получится, так не получится. Нужно тупо отходить и их расстреливать уже издалека. А то мы так будем стараться, стараться, ни хрена не получится. Так что давайте уходим. Давайте вот берем вот наш этот. Телефон, мать. Сейчас лучше. Все, давайте. В голову нужно. Нате. Первый выстрел сделан. Да блин, почему в голову ты стреляешь-то? И нас убивают. Да, вот проблема-то. Проблемы высокого уровня. Так, ладно, давайте уходим вот так вот. Посмотрим, что у нас вообще из предметов есть. Ну, за оружие. Кстати, а почему мы вот это вот не можем выбрать? Например, пускай будет на один. Вот, например, подходим. Урон нормальный, нормальный. С близкого расстояния стрелять можем? Можем. Сейчас ты подходим и... Ну, подходи, подходи ближе. Ни хрена себе, вы точно какие. Ни хрена не вижу. Да и по нам, мать, ни хрена себе вы там стрелять умеете. Так, все, давайте в голову нахрен. Первый, второй. Да и по нам, мать, там в низком расстоянии нам вообще стрелять противопоказано. С близкого расстояния нам стрелять нельзя. А то будет пипец. Так что давайте выбираем наше оружие, например, вот это вот. Вот этот вот. Выбираем и на однерку. Давайте, где вы там? Да япона, мать, ни хрена себе там. Так, где мы? Значит, ты на нас несколько уровней, ну, выше. Да япона, мать, ты тоже тут. Мешаешь штука. Знаете. Все, убрали. Да и по нам, мать, давай быстрее уже расстреливаем его. Все, убили. Молодцы. Все, сохранение. И ждем, пока наша собака не оклемается. Сейчас только все заберем. Костью правой ноги. Нам зачем они? Так, ладно, давайте. Да я по ним прекрасно понял, что ты же точный. Так, короче, ты точно слишком, и с тобой нужно поосторожней. Так что давайте. А у тебя они тоже рано или поздно кончатся. Так что давай без этого. Подходим. Нате в рожу. Глаза кровью затекли.
Так, просто отходим вот так вот. Все еще дышишь? Япона мать у нас потерял. Япона мать, ни хрена, что ты пригнулся нахрен. В хороший еще такой момент, который можно тебя убить. Ах ты хитрый какой. Ах ты хитрый. Ну а где ты? Там хочешь, да? Опасность. Все, уходим нахрен. Пока у нас не добежал. Да расстреливай нас сколько хочешь. Мы тебя тупо нахрен вот так вот. Пока дыр расстреляем. Японам это же перезарядить еще нужно. Ну а где ты? Давайте, давайте. Опять в голову нахрен. Так, давайте, давайте. Надо эти патроны как-нибудь, ну, расходовать. Слишком уж много их накопилось уже. Ну давай, собака, что-то так долго, давай. Стимулятор тратить особо не хочу. Да, знаю, больно. Ну давай, подходи. Ни хрена себе, он там просто убивает нас. Стимулятор я пока тратить не хочу. Я хочу его так разбить. Этого тяжелого. Так, а, ждем, попробуем вот так вот его добить. Ну, а, где ты там ходишь? Иди сюда, демо. Демо. Демо-версия. Что, больно, да? Так, еще один выстрел. Да-да, сейчас так расстреляем. Так, ладно, все, бери пистолет. Так, ладно, ладно. Сейчас можно быстрое сохранение сделать. Ни хрена себе, он нас просто вынес. Блин, я хочу твой... Твоя пистоль. Или что у тебя там? Блин, я очень хочу посмотреть, что ты так стреляешь. Интересно. Да блин, собака, ты там где там уже уходишь? Он нас тупо убивает. Вот без тебя мы тупо не сможем. Ни хрена себе, что это было. Собака, ты где? Так, еще один выстрел. Купона мать мешается. Так, все, расстреливай. Япона мать, она нас тупо может убить и одним выстрелом. Нет, нет. Просто ждем. Так и так долго мы не должны выходить. Так, на такое большое время мы выходить не должны. А, блин, он в любом случае нас может убить с одного выстрела. Ладно, добить нужно. Нужно его добить. Все. Подождем опасности. Знаете. Все, больно, да? Давай, давай, где ты там? Вот так вот. Все, еще одно сохранение. Например, вот здесь вот.
Ну, собака, ты там где там уже? Уже заждался. Вот один выстрел, и все же будет, пипец. Так что давайте ждем. Знаете, в рожу. Не понял, я слишком долго сидел тут. Нужно переходить на другое место. Так, ладно, давай, давайте удачу, определяет ваше везение, окей. Ну а где он там? Вот он, сидит. Все, отошли. Да и понял, мать. Давай, давай, маленечко осталось всего лишь. Его нужно просто добить. Просто нужно взять вот так вот и... Нет, так мы слишком это. Ну, а где вы там? Собака, давай лечись быстрее уже. Говори, что ты не можешь без меня. Ну, давай, давай, еще раз. Так, ладно, допустим. Да и понял, от них не знаю, какой бой сложный. В этом хозяйственном магазине. Так, ладно, давайте, его нужно тупо или ждем, или добиваем. А лучше взять вот эту винтовку. И так добить. Да и понял, от них хрен, что я нас уже обошел. Так, ладно, давайте. Попробуем его тупо стрелять по голове. Может, тогда получится. Так, берем винтовку. Нет, нет, так не получится. Слишком долго сидим. Он нас может тупо убить уже. У нас ХП уже нету почти. Так что давайте ждем собаку нашу. Надеюсь, она не так долго будет. Да, да, знаю. Ты понял, мать. Ты через это еще смог еще. Ну, а давайте быстрей. Осталось вот чуть-чуть. Да и понял, мать, ты куда там стреляешь-то? Так, ладно, давайте. Положить чего? Как ты здоровье-то попомнил? Ну, где ты там? Вы можете в него вантус выкинуть, а? Вкинуть. Он его поймает, и тогда мы его тупо забьем уже. Я не думаю, что это получится. Не думаю, что это хорошая идея. Да и понял, мать, я забыл, что он там сидит. Думал, он тут нам сейчас не увидит. Слишком далеко мы от укрытия. Ладно, давайте еще раз. Еще раз попробуем. Мы его добить не должны. Да и понял, мать, ни хрена себе, он там расстреливает нас. Я вот такой пистолет хочу получить где-нибудь. Давайте, покажите мне, где он находится.
Да, я прекрасно понимаю, что ты сердишься. Что броню тебе намного больше, и блин. Мои брони, моя броня, мое здоровье. С твоим здоровьем не сравнится. И убиваешь меня с первого выстрела. Нет, с этим винтовкой у нас пока ничего не получается. Только вот с этим вот. Так что давайте один выстрел. И вот так вот подойдем. Окей. С другого ракурса теперь. Да и понял, мать, ни хрен ты там обошел. Да, сердишься. Блин, началось в деревне танцы, я не могу тупо пройти его, добить его. Вот собака, да, быстрее выручает нас уже. Да и понял, мать. Так, пробуй сейчас тупо пробежать. Нет, ни хрена не получилось. Ни хрена не получилось нам тупо убежать. Куда-нибудь в другое место. Все, отлично. Сейчас попробуем свалить. Куда-нибудь в другое место. Из-под земли достану. Так, ладно, давайте быстрее сохранение вот сюда вот. Да, отсюда лучше. И посмотрим, что можем сделать еще с ним. Это просто так мы его там... Come on out. I'll make it nice and quick. Он прямо над нами. You can trust me. Он прямо над нами, а мы идем вот сюда вот. Япона, мать, ни хрена себе тут поселенцев казнили направо-налево. No sign of them now. Так, стоп, мы куда вышли-то? Ну, где вы там? Склад, кстати, да. О, наконец-то, сейчас быстрое сохранение. Вот теперь мы его добьем. Нужно только понять. Он там сидит. Он все еще там. Он все еще там. Ладно, окей, собака залечилась. Осталось только мелочь. Осталась только мелочь. Yo, отвлечь его. Get him. Внимание. Подбегаем. И стреляем нахрен всю нахрен обойму фигу в голову. Давай, стреляй нахрен. Все, мы его добили. Стрелковый мощный снайперский карабин. А также патроны калибра 38, стимулятор, коллиматорный тяжелый, там что-то там. И у тебя вот тоже все хорошо. Все, давайте посмотрим, что мы за оружие такое достали-то. Так, не то. Вот она. С уроном 19. Япона, мать. И патрон-то наш.
Наш патрон. Давайте поставим его, к примеру, на 2. Сейчас посмотрим. Патрон-то наш. Так, давайте вот сравним. Вот наша винтовка. И вот это вот. Ну, урон выше. Это раз. Дальность немного похуже. Но меткость удивительная. 90 наших против 110 его. И патрон лучше. Это означает, что мы вот эту вот винтовку, наверное, выкинем тупо. Так, давайте все рассматриваем тут все, что есть. Паяльные лампы всякие, да. Дешевый чудо-клей. Рисак для создания брони. Нет, нам что-то неинтересно. Все, собираем все, что только хотели. Все, что только можем. Оружейный верстак. Коробка под сигар. Клей. И так далее. Короче, собираем. Не понял, мать, как тут много всего, да? Так, нет, нам туда наверх нельзя, фэнс. На фэнс нам идти нельзя. Для начала нужно здесь все обыскать. No way I could pick this. Взломать не получится. Так, ладно, и все, рассматриваем. Рассматриваем его очень осторожно. К примеру, здесь вот. Тайник с крышками, 16 крышек. Бутылка из-под молока, крышки всякие, да? Все рассматриваем. Все собираем. Крышки, ни хрена себе, сколько много. Патроны. Спортивные костюмы в этом ящике были, да? Еще один тайник с крышками, 14 крышек было. Крышка. Да блин, мы на этом магазине разбогатели. Реально, мы вот на этом магазине разбогатели. Смешиватель крашек. Какого цвета краску вы желаете сделать? Ничего не делать. Дипона, мать, тебе кто просил стрелять-то? Синяя, пустая банка этой, пустая банка из-под краски. Так, дать вот быстрое сохранение, вот так что я не знаю, что делать. И берем просто все краски, которые есть. Excellent. На. Эй. Два обмен. На хлам. К примеру, вот это. Слишком тяжелый груз. Так, ладно, допустим. Сделают зеленую краску. Синий и желтая. А я какую взял? У меня как раз синяя и желтая была вот тут. Банка с краской. Пустая банка из-под краски, да? Так, хорошо, выбросить. Так, сейчас найдем. Синяя краска. Сейчас так проверим. К примеру, скипетр мы так забираем. Синяя краска, синяя краска, синяя краска. Это пустые банки, да? Так, ладно, давайте. Ну чё, как-нибудь так дойдем? Дойдем как-нибудь так вот.
Так, кстати, а что нам нужно сделать? Точка, я не пойму, почему не там здесь вот. Смешать зеленую краску. Вернуться к Эбботу. Так, нет, давайте что-нибудь выкинем. Что-нибудь выкинуть, ну, нужно. Примеры в предметах. А что мы можем выкинуть? Ну, вот это можно выкинуть. Он там у нас... Нам не нужен сталь. Слишком много. Вот это, к примеру, можно выкинуть. Тоже выкидываем. Вот так как-то. Ну, все, смотрим. А мы что, тебе желтый тебе что ли отдали, да? Предметы, оружие, одежда, помощь. Хотя нет, атака дадим. Потом уже сам все уже решит, да? Так, в холодильнике в этом ничего нету интересного. Стиралки тоже. Блин, где мы нахрен так много нашли-то? А, вот она где. Ну давайте, значит, вот что сделаем. Мы же пока бы знаем, где она находится, да? Позманг, зачищена. Значит так, сейчас отправляемся на рынок. Так, ладно, допустим. Слишком много вещей. Так, положим сюда что-нибудь нехорошее, ну, что-то ненужное. Например, вот этого положим. Сейчас мы нахрен там все сделаем. Продадим все ненужные вещи. Разберем. И вернемся. Данная точка быстрое перемещение недоступно. Ладно, окей. Хорошо. Бутылка с антифризом. Нет, спасибо. Не нужен мне антифриз на данный момент. У нас так места нету. Тут еще рассматривать, да, рассматривать еще. Настольные вентиляторы. Кости. Ведра всякие, да, вантузы. Тут еще рассматривать, да рассматривать. Так что мы сейчас вернемся. И же полностью уже обыщем. Блин, какой-то. Давайте, если мы должны это. Мы сейчас все продадим. И вернемся. А заодно посмотрим, что у нас с этим можно вот винтовкой нашей новой сделать. Ну, где вы там уже? Быстрее давай. Не томи. Каждый найденный вами выпуск журнала «Пистолеты и пули» повышает уровень способности снайпера, немного увеличивающий вероятность критического отчета. Толстяк, вероятно, самое разрушительное оружие из тех, что применялось в современных войнах. Портативная пусковая установка с стреляющими ядерными зарядами. Да, она у этого торговца продается. Мы ее там видели. Ну а где вы там? Давайте уже открывайте мне тут все.
Ау. Че так много? Долго сгрузим. О, наконец-то. Все, пошли. Если что, мы сейчас скоро сюда вернемся. Рынок Diamond City. Все, идем. Это что за пила еще? Так, наверное, это можно так же сделать, да? Купить биту и что-нибудь доприкрутить, да? Некоторые виды оружия полностью дезинтегрируют врагов или превращают их в лужицу слизи. Пустоши обитает множество разных собак, от одевчавших дворняг до тренированных собачьих гончих. Да, мы тоже это прекрасно понимаем. Давайте уже включайте уже нашу. Все, раздобыть свежий выпуск общественных событий. Так, ладно, давайте, куда идти-то? А нам идти нужно... Идти нам нужно, кажется, вон... Подожди, мы что, отключили? Да, отключили. А нам нужно вот в ту сторону идти. Ну что ж, мы принесли тебе там все, что ты хотел. Давай. You're back. You find that paint? Зеленая краска, да. Wasn't easy, but I found some. Yeah. Now that's damn fine news. Why don't you go ahead and paint the first stroke? Let's see how the shade matches up. Выполнено, вернуться к работу. Не, выполнено. Не обязательно смешать зеленую краску, покрасить стену. Чего? И нужно, нам еще нужно стену покрасить, что ли, да? Так, ладно, давайте все, стена. Использовать синюю краску. Blue? You know what you're doing there? The wall ain't blue. Эта стена не синяя. Недовольны? Очень жаль, смотрится хорошо. I think it'll look good. Well, let's hope so. I guess it's better than her going into disrepair, but... Отказываемся от 200-летней традиции. Ну ладно, окей, вот твоя плата. Теперь иди, у меня много дел. Все, 100 крышек у нас. Ну, еще чуть-чуть и... Блин. Не хватило. Так, здесь ночлежка, да? На ферме этой. Да. Следовать по пути к свободе. Что за путь свободы? Ни хрен его знает. Так, ладно, окей. Окей. Теперь нужно прийти... Зайти вот к судну. Торговцу. И продать все ненужное. Вот только перед этим. Давайте проверим вот эту вот винтовку. Вот как она нам сильна вот. Торговца, правда, сейчас нету, но тем не менее. Давайте проверим. Так, нет, это не наша винтовка. Наша винтовка является вот этой. Стрелковый, мощный, гладкоствольный снайперский карабин. Здесь стоит усиленный реверсир. Вот этот вот. Нужно еще понимать, что то еще можно ее прибавить еще на троечку. К примеру, можно скорострельность увеличить. И в этом случае урон упадет, так что нам это не требуется. Можно, конечно, вот поставить реверсир с калибра 45, но тем не менее. Это будет конверсия под боеприпасы. Калибра 45. Нет, нам калибр менять не нужен. Не нужно.
превосходный урон, большой урон и точность критических атак. Ну ладно, допустим, вот усиленный ресивер. Облегченный длинный ствол стоит. А еще лучше можно? Не, у нас самый лучший пример стоит. Еще лучше нет уже. Вот здесь у нас снайперская ложа стоит. В отличие от наших штатной. Так что все понятно. Можно, конечно, поставить ложу с компенсатором отдачи еще. Вообще будет прекрасно. Там уже больно. Много чего придется. Барабанный магазин стоит также, да? Можно, конечно, вот этот поставить, но тем не менее. Коллиматорный прицел с подсветкой стоит. Длинный прицел стоит, да? И маленький штык. Увеличенный урон в ближнем бою. Интересно, насколько. Так, ладно, все, давайте выйти. Нашу винтовку, ту вот, которую нас мы до этого использовали, можно продавать уже. Hey, you earned the paper, right? За ненадобностью. You seem pretty normal. Да, давайте, все, давайте, ждем. Тупо ждем. Так, ладно, окей. Получается, еще нужно немного... А, нет, все же. Все люди проснулись, так что идем. На продажу. Торговать. Да я понял уже, что у вас здесь... Ага. Чего? Ты что-то говоришь, и ничего не понятно. Я абонента. Hey, Arturo. Everything I got will keep you. О, наконец-то заговорил. Это что-то молчили. Self-defense at its best. Лучший выбор для самообороны. Окей, давайте посмотрим. Мое оружие. Я хочу убрать. Так, 10-миллиметровый пистолет. Так, вот это продать и это продать. Также продать. Это еще не знаю. Вот с этой винтовкой давайте продаем. Уже все равно уже нет. Кастет тоже. Себе оставляем, наверное, да? Так, где посмотрим пока еще ракетницу себе. Себе. Хотя нет, давайте вот это лучше выкинем нахрен. Ну-ка, 55 против... Так, блин, что-то я не могу понять. Вот это у нас что? Вот это гладкоствольный пистолет, это карабин. Так, ладно, пускай у нас пока остается. Этот мы тоже себе оставляем, да? Ну и все, так и делаем. Так что все, принимаем.
Так, что еще требуется? Нужно продать. По одежде. Вот это все. Подожди. Так что сбросите. Еще раз окажется, что-то свое продал. То, что вот не требуется для продажи. То, что мы сами носим. Все отлично. Теперь можно еще раз принять. Так, что еще можно? Помощь не надо. Разно не надо. Не требуется. Хлам мы разберем. А припасы тоже не надо. Все, пошли. Пошли. Все, что хотели, мы уже сделали. Удалить отметку. Теперь нужно идти домой. Да, удалить отметку. И домой идти нужно. Так что давайте. Мы все продали уже. Теперь идем домой. Домой нужно... Дома нужно продать все наши вещи ненужные. Интересно, а это что такое за... Такая сумочка с каким-то этим... Интересным механизмом. Так, все хорошо. Давайте, все, это теперь давайте для начала поспим, чтобы здоровье пополнилось. А то, пока мы сидели, нахрен ничего не получилось. Потом зайдем сюда. И выкинем все наш хлам. Все отлично. Так, где собака? Ты где? Рекси. О, бежит. Да стой ты, я поговорить с тобой хочу насчет обмена. Heads up. Так что давайте забираем блины все эти, все ненужные. Да я прекрасно понимаю, что, блин, не хватает места. Но нам места не надо, мы все тупо разберем. Все. Отлично. Теперь идем на место. Так, по заданию у нас что, кстати? По заданию у нас ничего особого. Эти опять на ферме собрались зачем-то. Зачем они там собрались, непонятно. Ладно, пойдем. Нужно разобрать металлолом, хлам, чтобы все было прекрасно. Давайте все разбираем. Даже эти блины, свинец 2, 5. 3. Интересно, зачем нужны эти блины нужны были? Так, короче, разбираем. И сейчас, наверное, вернемся. Мы наверняка там что-нибудь-то пропустили. Так что давайте. Все, окей, все разобрали.
выйти и идем. Сейчас зайдем домой. Чего вы здесь собрались-то? Do you think we're ready to retake the castle? Да, да. Yeah, let's do this. We'll Давай. Do some recon and meet you outside the castle. See you there. I know I'm not the only person here who's lost someone. Так, ладно, давайте. Нам нужно сейчас замок еще отбивать и с этой проблемой. Так что давайте. Перед этим, как мы туда пойдем, нужно вот с оружием разобраться. Так что давайте. Ну, это пускай остается для ближнего боя. Это положим, положим. Себе оставим. А. Так, а вот сколько у него было урона? Скорострельность 2, нет, нам это не требуется. Тоже положи. Так, это тоже. Короткий охотничий карабин. Нет, оставь себе лучше. Пригодится где-нибудь. Ракетница тоже пускай. Оставим, оставим. Оставим. Скорострельность 55. Скорострельности 83. А по теории это одно и то же. Так что давайте вот это мы, к примеру, дальность 83-57. Дальность 119-69. Не-не-не. Это мы тоже убираем. Это тоже уберем. Это себе оставим. Итого, у нас ломик для ближнего боя, для рукопашки. 308, ракетница, снайперская винтовка, такая вот скорострельная. Дробовик, еще один пистолет и винтовка уже снайперская, уже полноценная. Все, окей, здесь у нас. Мы, кажется, Япона, мать, ни хрена себе. Сколько у нас тут? Что, продадим, что ли? Ну что ж, давай. Что ж там? Это нет, потом. У нас сейчас с кредитами уже проблем уже нету, правильно? Так, стоп, у нас какие у нас патроны остаются? Какие у нас остаются патроны с оружием? Ну, мы 308. Давайте вот так запомним. Давайте вот так запомним, к примеру. 308. Точка 38. Дрож. Дробовик. Еще один. Точка 38 уже было. И 308. Все, вот такие патроны мы остаем. У нас остается. А все остальное нахрен выкидываем. А скажите, пожалуйста, а пистолет 10-миллиметровый у нас где находится? Где находится пистолет? Вообще не понял. А где пистолет-то находится?
Так, ладно, не судила. Значит так, вот это мы все вложим. Тоже вложим. 5-миллиметровые патроны это тоже вложим. Патроны гамма-пушки тоже. Дробовик себе оставляем. 3.308 себе. .308 тоже. Вложим. Вложим. Пускай у нас огнемер тоже вложим. 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 Ядерный блок. Ядерный мини-заряд. Подождите, а мы же как бы... Ядерный блок уже не покупали, кажется. Мы уже отменили. Он там как раз вот в минус нам уходил. А где мы его нашли-то? Значит, где-то нашли. Как у нас так получилось, что ядерный блок у нас остался и кредиты с нами? Так, нет, нет, пускай вот здесь будет один. Ядерный блок, пускай у нас... Вот так будет. Сейчас зарядим. Быстрое сохранение. В теории сейчас должно получиться, да? Так, быстрое сохранение. Сейчас тут еще, чтобы можно было, да? Правая нога, левая нога. Все отлично. Ну, все, смотрим. К примеру, вот что нам требует. Пока вот мы его полностью не модифицируем, туда лезть особо не надо. Так что тут давайте посмотрим, что нам требуется, чтобы его модифицировать. Чтобы как можно меньше его использовать. Все, у нас полностью есть энергия. Подходим сюда. Все, да, выходи уже. Ну, давайте посмотрим. На. Итак, к примеру, туловище. Сейчас у нас 200, 130, 300. Нужна наука и оружейник. Так, ладно, допустим. 200, 130, 130. А будет 300. Также нужен ядерный материал. Не понял, это как много. Оказывается, не все так просто, да? Окраска Минитмена. Окраска урода. Что-то там. Повышает харизму при покраске всех элементов брони. Повышает ловкости. Как краска Волтек. Увеличение запаса прочности. Мы сейчас можем прямо сейчас это сделать. Оптическое волокно требуется здесь вот. Призматический щит. Повышает сопротивляемость энергии. Интересно, а как-нибудь можно, чтобы это... К примеру, стелс-бой можно установить, да? Активирует стелс-поле, если персонаж сидит.
здоровье восстанавливается быстрее. Уменьшение вероятности возникновения зависимости от препаратов. Повышение скорости на 25%, уменьшение получаемого урона на 50% и здоровье менее 20%. Повышение силы. При получении урона восстанавливается ОД. Если в бою вас сильно ранит, это устройство автоматически вколет вам в симулятор. Возвращение атакующему 50% урона, полученного в ближнем бою. Наносит энергетический урон, находящийся рядом с врагами. Позволяет ненадолго взлететь во время прыжка. Так, ладно, допустим. А на голову что может поставить? Ну, защита все так же, да? Окраска. Враги, в которых вы целитесь, отмечаются на компасе. Повышенная вероятность удачной атаки в ВАЦ. Повышение интеллекта, очищает пищу и воду от радиации. Повышение восприятия. Стандартный налобный фонарь. Синий налобный, ярко налобный, фиолетовый, красный тактический, фонарь Волстек. Так, понятно. Например, вот на левую ногу. Что можно? Ну, блин, все вот это здесь нужно науку сделать, да? Наука. Вот, все нам требуется наука. Короче, нам нужно наука и оружие не качать. Так, ладно, допустим. Здоровье 39 из 50. Нет. Пока мы с ним разбираться пока не будем. Нам нужно науку качать и оружейник. Вот что-нибудь из этих. К примеру, вот здесь. Вот. Нам вот что нужно сделать так, чтобы урон был как можно больше. Вот здесь вот. Нам нужен фанатик оружия. Урон 64. Ну блин, в этом случае тогда он точку... Патрон поменяется. А нам этого делать не надо. Вот здесь вот и мы поставим, если чего-то. То патрон будет точка 38, то тоже нехорошо. Вот калиброванный луч поставить. Да? Да, луч поставим калиброванный. Калиброванный усиленный реверсир. Для этого нам нужен фанатик оружия. Так, ладно, допустим. Средний магазин можно, да? Здесь тоже нужен фанатик оружия. На, короче, все понятно. Здесь нужно фанатик оружия как можно больше изучать. Как можно и больше изучим, все будет прекрасно. Но. Что делаем? Так, а да, что он здесь находится? К примеру, легкая металлическая броня. Вот, к примеру, что можно сделать?
Ну, можно полированный металл сделать, но, блин, вот опять нужен оружейник. Так, ладно, допустим. Все это вообще сложно. Вообще все пипец. И так далее. Но более-менее мы винтовку раздобыли хорошую. Раздобыли. Патроны у нас на нее есть? Есть. Все отлично. Так что давайте вот мы на этом и закончим. В следующей серии... Хотя давайте вот мы вот в этой серии это все сделаем. И уже в следующий уже пойдем уже делать, закончим уже. Я что хотел-то? Я хотел вот вернуться в Хозмаг и собрать все, что мы там хотели найти. И вот как только мы собираем, так сразу же заканчиваем. Все. Так что давай быстрее загружайся. И давайте. Мы пойдем. Завершим серию. Первый навык, который мы сделаем, это будет оружейник, чтобы быстро улучшить все наше оружие. А осталось вот чуть-чуть осталось. Так что давайте, скорее всего, это мы уровень повысим уже в следующей серии. Ну, где вы там уже? Грузитесь, а не догрузитесь. Подсказки даете, а выполнять эти подсказки не даете. Давайте быстрее уже. Каждый набранный вами экземпляр руководства по выживанию в пустоши добавляет вариант навыка выживания в пустоши, который наделяет вас уникальным преимуществом, например, повышением скорости плавания или возможностью брать вдвое больше веса, да? Так, я тоже понимаю. Да ладно, там чё уж там. Все, наконец-то. Нужно зайти вот в магазин этот. Вот сюда вот, да. И мы полностью должны его проверить. У нас так как у нас места тупо не хватило уже. Его осматривайте. Так, ладно, окей, нашли. Блин, нашли. Корзины всякие. Скелет. Давайте, вот мы должны сейчас все найти. Доискать, так сказать. Все, что нам может пригодиться и разобраться. Настольные вентиляторы. Вынем шестеренки. Дерево нам не пригодится. Мыло. Бедренная кость тоже где-нибудь, да, поможет в нашем нелегком деле. Так, здесь пусто. Ты там тоже пусто, да? Так, вот мы кого еще забыли. Освободите. Вантусы всякие, да?
Туда мы пока пройти не сможем. Нужно обходить. Еще один вентилятор. Череп. Оружейный верстак. Кофейная кружка. Самодельница. Там черта. Канистра, шипсы. Вот такие вот мелочи составляют основу. Корзина для продуктов. Так, все, пойдем туда вот. Самую большую. Ну а для начала пойдем вот так вот, да? Давайте все рассматриваем. Ничего не должно, никто не должен уйти. Позолоченная зажигалка, к примеру, вот появилась какая-то. Пустая банка из-под краски. Еще отвертка. Давайте, помаленьку. Надо берем. Деревянный ящик уже смотрели. И там мы уже вряд ли пройдем. А вот интересно. А наверху что-нибудь есть полезное? А тут видели, дают нам. Вот так немного побегать. Я очень хочу посмотреть, а что находится наверху. А то просто так бы нам не дали бы это. Вот просто так бы нам, наверное, не дали бы. Вот просто так вот побегать. Вот здесь вот. Наверняка тут что-нибудь есть интересное. Нужно только понять, в какой стороне находится интересное. О, сейф. Аллилуйя, мы нашли его. Японам мать, давай быстрее обратно. Загружаться не хочу. Хотел, но теперь не хочу. Закройся ты. Не мешайся. Да японам мать, закройся нахрен. Почти вот добрались, а. Главное, сейф мы нашли. А если есть сейф, значит там есть что-то интересное. Или вот ядерный блок. Это очень интересно, спасибо. Тут что-то интересное было, да? Ядерный блок. Еще 4 штуки нашли. Спасибошечки вам большое. Спасибочки, спасибочки. Так, давайте думать, как туда добраться. А мы что-то первый раз, когда проходили, пропустили, да? Так, здесь у нас ничего нету, да? Так, значит, получается только сейф. Вот туда нужно пройти, да? Опа. Так, здесь ни хрена нету, да? Туда нас уже не пускают. Чего? Шпилька. О, спасибо. А чё мы сразу так не добрались? Взломать не могу. Да и понам, мать, чё ты нахрен можешь-то? Взламывать тогда. Так, ладно, допустим, что мы здесь все уже нашли. Потом вспомним как-нибудь, нихрена себе, что еще тут нашли. Нихрена себе, еще нашли. Фэнс какой-то. Так, ладно, допустим. Что мы нашли как можно больше. Потом вспомним,
что здесь есть как замок средний. Придем и откроем. А тем временем мы прошли бутылку с антифризом и настольная игра «Радиус взрыва». А сами пошли наверх. Вот сюда вот. И тут у нас ключи от склада Хозмага. Hell yeah. Теперь вы можете изготавливать в поселениях высокотехнологичные фонари. Ой, спасибо, как вы мне помогаете. Чистящее средство. Там что-то там, да? Патроны, компенсированный бронебойный 10. Закаленные там. Так, давайте посмотрим, что мы там нашли-то. Так, я не понял. Не понял, мать, ты что-то издеваешься надо мной. Водка, виски. Коробка со шпильками. 6 шпилек, ни хрена себе. Я же говорил, надо сюда вернуться. Вот вернулись. Нам помогло. Патроны калибра 44, 5 штук. 10 даже. Короткоствольный. 44 пистолет. Да тут самое настоящее богатство было. Особенно богатство ядерных блоков. Изолента военного образца. Вряд ли я это могу взломать. Крышка мина. Стелс-бой. Патроны калибра 308. Короткий охотничий карабин. Микроскоп. Так, все, понял, понял. Обмен. Я уже все уже не могу нести. Понесешь оружие. Что-нибудь. Например, вот это. Так, стоп, стоп, подожди. Скажите мне, пожалуйста, почему я не могу открыть карту? Look alive. Так, ладно, давайте. Положим тебе пока хлам. Чтоб нас пока не мешалось. Потом заберем. Блин, сейф очень сложный. Тут два сейфа даже есть, да? Стоп, интересно. Сейф, сейф. Так, где сейф? Сейф, сейф. Нас интересует сейф. Блин, поднимайся наверх, не тупи. О, наконец-то отупилось. Взломщик. Благодаря ловкости пальцев вы можете взламывать средние замки. Всего лишь их 4 уровня, да? Так, ладно, запомню. Здесь 2 сейфа есть. Серьезных 2 сейфа. Скажите, пожалуйста. Loctite. Так, нет, нам так не скажут, какой именно навык нужно качать. Только поняли, что здесь очень сложный сейф. Блин, здесь реальный клад находится. Так, вентилятор мы что-то забыли. Подушка с соломой. Так, все бери. Нам мы ничего не пропустим. Так, ладно, ладно. Уже 2 сейфа. Уже 2 причины посетить это место еще раз. Теперь входим в подвал. Фенс? Что это за фенс?
Ни хрена себе, мы тут что нашли? Тут вообще пипец, как много всяких полезных вещей. Так, понятно. Уходим обратно. Мы еще не дошли до конца еще. Так, здесь у нас ничего нету. Разводный ключ есть. Спасибо вам. Так, направо или налево? Налево. Грязная вода, спасибо. О, ящик с инструментами открыт, легкий. С какой стороны-то? Опа. Got it. Гаечный ключ, изолента, предохранитель. Все, спасибо. Больше здесь я ничего не вижу. По крайней мере, здесь. Так, а ты в воде что-нибудь видишь полезное? Нет, здесь вроде ничего нет. Валим сюда. Идем сюда вот. Да, нашли мы тут всякую эту, да? Изоленты, ножницы. Мы реально вот так обогатились. Так, интересно, что это за... Так, те самые люди, которые тут погибли. Неизвестно, кто их убил. Нашли их и тогда еще. Во время побега от босса. И мы возвращаемся сюда вот. Так, здесь мы тоже все обыскали. Итак, давайте запомним. Что нужно нам посетить. Сейф 1 находится вон там вот. Вон он. Сейф. И второй сейф находится на втором этаже. В закрытой двери. Ну, в закрытой комнате. Все, два сейфа мы тут не смогли открыть. Слишком сложных. Одни... для нас оказались. Что в них хранится-то? Но это мы узнаем уже в следующей серии. А сейчас давайте вот прощаться. Так что, давайте выходим отсюда. Мы взяли отсюда все, что хотели. Ребра и таз? Ну, спасибо, конечно. Кости правой ноги, кости левой ноги. Спасибо вам за кости. Что я бы без вас делал? Ну, если дают, значит берем. Голова отлетела. Ладно, все, давайте вот прощаться вот на этом. Давайте вот тупо прощаемся. Мы, кажется, все взяли. Вот все, что можно было, мы взяли все. Даже пару скелетов взяли. А сейчас давайте мы уже попрощаемся. Так что давайте до свидания. Так что с вами был Виктор. Всем пока.